на Херсонском направлении подразделениями группировки войск Днепр нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровская. Уничтожены 2 минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ. Кроме того, средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовая. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов –